Всем привет! Сокольническую линию столичного метро могут продлить вдоль Щелковского шоссе. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщает главный инженер Института генплана Москвы Михаил Крестмейн, о возможном продлении северного участка Сокольнической линии столичного метро в генплане есть утверждаемая часть, а также перспективная схема, которая пока не утверждается. Однако она принимается во внимание при всем дальнейшем строительстве. Отмечается, что продление красной ветки вдоль Щелковского шоссе является перспективным проектом, но не первоочередным. Ранее заммэра столицы Марат Хуснуллин заявил, что Сокольническую линию московского метрополитена планируется продлить еще на одну станцию к 2022 году. На этом пока все. Больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!